Приветствуем всех на нашем канале. У нас коротенькое видео. Нам для работы пришли пуговицы вот в такой коробке. Мы сейчас ее раскроем. И я просто пробегусь, покажу, какие пуговки у нас пришли. А сумма этой коробочки 45 тысяч рублей. 45 тысяч рублей в такой маленькой коробочке. Егор еще за столом. Обещал молчать. Не знаю, как обещание свое выполнит. В общем, вот у нас получилось вот такой вот стол с пуговками. И я быстренько пробегусь, покажу, какие пришли. Ну, понятно, что для тех, кто далеко живет, это может и неинтересно будет. А кто приходит к нам в магазинчик, думаю, что будет интересно. Так, у нас пришли вот такие вот кнопочки. Пришивные. Они цветные. Сейчас вот для пиджачков, для кардиганчиков, даже для юбочек вот на запах удобно. Вот такие пришивные кнопочки. Золото. Так, потом, значит, мы заказали вот такую фурнитуру на ремешки. Сейчас очень многие девочки макраме делают ремешки, вяжут крючком из хлопковых нитей. Еще в какой-то там другой технике делают. Я всех техник... бисером, да, делают. Я всех техник не знаю. Очень много их. Я имею в виду техник разных. И вот мы заказали всякие пряжечки на ремешки. Шанельки и в золоте, и в серебре. Так, и вот, собственно, ага, вот еще на шубы. На полушубки, на шубы. У кого что. Такие застежечки. Руки у меня в свекле, простите. Так, вот. Теперь пуговки. Вот такая прелесть маленькая пришла. Такая красота. Очень маленькие они. Дальше. Вот такие пуговки. Такие прям классные на ощупь. Здесь телефон передает, что они блестят. На самом деле нет, они матовые. Они очень приятные матовые такие пуговки. Красные, яркий синий и темно-синий цвет. Так, ну вот такие большие пуговки. Наши любимые карамельки, незаменимые на детские платьишки, навязанные. Отлично пришиваются, смотрятся красиво. Сейчас я одну поближе, потому что они бликуют. Вот такой у нас цвет вообще весь разобрали, оливковый. Очень красивые. В изделии замечательно смотрится. Вот такие матовые. Целая серия у нас пришла. А дальше вот такие вот пуговки. Серые, бордо и темно-серый цвет. Вот тут в уголочке лежат вот такого плана. А, не знаю, телефон передаст. Нет, серединка, как будто камушек внутри. Но там пластиковая, такая прозрачная. Пластик прозрачный. Смотрится, как будто камушек. На блузоны на какие-то. Может быть, даже на вязаные на что-то тоже пойдет. У нас в основном пуговицы покупают девочки, женщины, бабушки. Те, кто что-то вяжут. Ну и на пошив тоже берут. Так, вот такие простые пуговки, как... Они очень похожи на внешний вид, как будто крашеное дерево. Но это пластик. Так, потом прозрачные пуговицы. Тоже много где используются. И наша особенная любовь. Миша пришел. Миша, снять твою реакцию на пуговицы? Нет? Не буду. Он же ни разу не видел еще такую нашу работу. Мы обычно это в магазине все делали. Так, моя отдельная любовь — детские пуговки. Здесь их немного, но у нас очень большой их ассортимент. То, что подзакончилось, то и заказали. Вот такие вот кексики, клубнички, якорь. Вот такой красивый. Отлично смотрится и на кукольной одежде, и на малышей что-то делают, декорируют. И вот такой Китти. Сейчас я возьму руку. Вот такая Китти. Тоже красивая пуговка. Так, ну вот такой обзорчик небольшой. Не буду утомлять, много воды лить. Сейчас мы его все переберем по накладной.
поставим артикулы и повезем в магазин. И от каждого пакетика пуговку пришьем в альбом на образец. Всем всего хорошего, хорошего настроения!